Ну что? Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Ну, у него, во-первых, конструкция какая-то стоит металлическая, во-вторых, он вокруг него как ком круглый какой-то прозрачный. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Мы этот ком поднимем вместе с ним, берем его тонкую копию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Руфата поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Руфата, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверить ли нам свое биополе на период сеанса. Ты знаешь, он рычит, как волк там. Давай берем этот ком и конструкцию. Может. Хорошо. Даю команду. На счет 3 этот ком силой моего намерения отключается полностью от его биополя, биополей, и уходит в клетку-тюрьму. Даю команду сканеру. Сканер сканирует. Сейчас Руфата отключает эту конструкцию до последнего чипа датчика, импланта и конвектора. Все безболезненно выводится и отправляется в клетку-тюрьму. У него внушение идет через эту конструкцию. Он за голову держится. Он меня видит сейчас, Руфат? Да, видит. Хорошо, мы приветствуем, Руфат. Нам нужно разрешение ваше на диагностику и чистку. Вы даете? Да, он разрешает, но не очень виски болят. Виски болят? От конструкции, да. Хорошо, это скоро уйдет, Руфат, потерпите немного. И я даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой, Руфата под ногами, 360 градусов вокруг него. 7 тонких тел Руфата находит все. У него суккуб, джин, гуманоид, арахноид и дракон. Арахноид и дракон. Какой дракон? Синий. Синий дракон. Одна голова? Да. Считай цифру дракона над головой. 1072. Хорошо. У Джина считай цифры. 71.12. Оу. Золотое. Да? Половину. Наполовину. Не знаю, каким ты останешься после этого сеанса. Хорошо, суккуб у нас еще есть, и конструкция, и этот ком. Кому ком принадлежит? Джину. На каком основании ты ему поставил этот ком, и что ты ему внушал? Он одно и то же делал, реагировал одинаково, и все это собралось вокруг него, в рутину. Как по кругу одни и те же делал, движения одни и те же реакции. Сколько ты находишься в его биополе? 4 года. Хорошо. Сколько находится суккуб в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Я не понял. У нас из нижних только один суккуб, Вера? А ну, посмотри. А еще? Все. Демона нету, да? Нет. Бесы тоже. Хорошо. Но у него вот этот ком, он как голограмма была, закрывающая его. Хорошо. Поехали дальше. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать или будет говорить неправду, тот будет очень серьезно наказан. Я даю команду тонкой копии Руфата спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенкам вибрационной энергии, которые пришли через эти подключки. Мощным потоком все назад. Усилие потоки. Посмотри, что возвращается в конструкцию и что возвращается в ком. Конструкция, боль возвращается. Мысли возвращаются. Боль. Навязанные. А в диск? Он как закольцованный в этот ком. Суета, рутина. То есть все, что он дышит, делает в этом коме. У него нет свежести. Джин, он тебя вообще как-то вызывал? У тебя есть какой-то контракт с ним? На такие эксперименты? Джин показывает. Он показывает, что в разных ситуациях он себя ведет одинаково. В это время Джин поддувает своей энергией. И вот эти его реакции и Джина энергии, они в этот ком сплетаются вокруг него. А какие энергии он поддает? Что там за энергии такие? Он говорит липкие, чтобы обволакивать его. Понятно. А какие свои энергии он вкладывает?
Ты говорил, что энергии смешиваются. Твои липкие энергии и его энергии. Какие его энергии? Что одинаковые там? Реакции. Мне не пересматривает, не анализирует. У него всегда одинаковые реакции. А, вот как. Хорошо. Ждет со стороны, но изнутри он не делает ничего, ничего, сам. Кроме того, что уже привык делать. Вот этот круг вокруг него и собрался. Хорошо. Руфат, вы видите это все, вы понимаете причину этой подключки? Нет, он не понимает пока. Хорошо. Идем дальше. Гуманоид, откуда ты? Я с Ориона. И кто ты? Ловец душ? Или чего ловец? Субстанции. Ловец. О, ловец субстанции. Ты посмотри, как. Сколько ты находился в этом биополе? 13 лет. 13 лет. А кто ж тебе разрешал такой эксперимент ставить на человеком 13 лет, доставляя ему боль? Или ты считаешь себя... Боль у него, потому что он не слышит и не выполняет мои команды. Ах, вот как. Оказывается, он должен выполнять твои команды. Да, у тебя есть какой-то, да. Есть какой-то контракт на твои, на эти команды, чтобы он их исполнял? Он заключал с тобой какой-то договор? Нет, со мной лично не заключал, но всегда что-то просил. Ага, ты считаешь себя поэтому ответственным. Вернее, ты посмотри, как интересно с тобой общаться. Значит, ты считаешь себя сверхрасой, которая берет то, что ей считается, что она хочет, правильно? Правильно, у таких, как он. А для таких, как ты, у меня есть тоже определенный сюрприз. Чтобы изменить твою точку зрения, в моих руках появляется живая плазма. И вот посмотри сейчас сюда, просканируй. И я намерен тебе это отдать сегодня по окончанию сеанса в дорогу. Ты же любишь боль доставлять, значит, будешь любить боль и получать. Это наша ДНК. Они никак не связаны с этой ситуацией. Не знаю, не знаю. Если мне сейчас Руфат скажет уничтожить тебя или дать тебе эту живую плазму, то я не думаю, что ты долетишь до своей чистоты, но получишь незабываемые впечатления. Он хозяин в своем биополе, не ты. Он тебе должен команды давать, а не наоборот. Ты использовал обманом, вошел в эту ситуацию, представился обманом, показал ему, что ты его друг, и тем самым вошел в его биополе. Он тек по течению, Я подхватил его потом. Ну, хорошо. А я считаю, ты сейчас течешь по течению, а я тебя подхватил и посадил в клетку-тюрьму. Вот такая логика. Хорошо, как у нас с реверсом, Вера? Посмотри, пожалуйста. Закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Руфат забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Руфат себе обратно, он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Посмотри, что возвращается. От конструкции будут концентрация возвращается, обдумывание поступков. То есть... Я бы даже сказала, какое-то взросление, что ли. Он остановился на одном уровне. 13 лет назад, как это ты пошел? Там и остановился. Хорошо. На что дошел суккуб у нас? На философские разговоры? Он смеется, на фантазии. Понятно. Хорошо. Сколько находился арахноид в этом биополе? 5 месяцев. И синий дракон. Что с тобой? Сколько ты находился в этом биополе и почему ты здесь? Эмоции, сердечная чакра. Эмоции и сердечная чакра. А что там с ней? Сердечный... А, сидел в сердечной чакре, платы поставил. А на какие эмоции ты прыгал? Или что ты делал? Эмоции интересные были. Какие? Опиши. Недовольство собой. Это очень-очень-очень опасная вещь. Себя надо уважать и любить. И свою душу. А на такие недовольствия выходит, конечно, синий дракон. И какая была цель твоей подключки? Что ты делал? Транслировал, собирал? Собирал.
Собирал. Сколько ты находился в биополе? 1 год и 2 месяца. 1 и 2 года. Хорошо. Так. Теперь у меня вопрос. Что это там за рычание было? Джин, твоя работа. Мне так говорит, это не я. А кто это? Кто ответственен за рычание? Конструкция его расчеловечивала. Значит, гуманоид, да? Гуманоид. Гуманоид. Все хуже и хуже у тебя дела становятся. Реверс закончился. Синий дракон, начинаем с тебя. Выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся в клетку-тюрьму и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то вдруг что-то оставит специально или забудет, он просто сгорит по каналам в этой клетке-тюрьме. Я вас предупредил. Приступай. Да, он вытащил сердечные чакры под ключик. Хорошо. И энергии свои тоже забирай, ничего не оставляй. Все снял. Хорошо, арахноид, выходи. Вытаскивай всю свою паутину, иголки, все, что оставил в биополе. Ничего не забывай. Но он достает паутину, как сматывает ее с головы сверху. Затылок. Готово. Хорошо. Сейчас выходит суккуб, собирает все свои ленточки, ошейники, все, что он оставил в биополе, отключается полностью. Приступай. Суккуб с портала приходит. Портал находится у него в доме, да? Там, где он живет? Там, где он живет. Хорошо. Мы предупреждаем Руфата, у вас нечищенная комната или квартира, где вы живете. В связи с этим... Все снял суккуб. Порталы открыты. Хорошо. Дальше у нас идет Джин. Джину выходить не надо. Собирай всю свою пыль, вытаскивай все свои подключки. Приступай. Но он липкие энергии свои собирает с рук. Как действует? С языка, с горла. Ах, вот как. А как оно на горло и язык действовало? Ну, расскажи-ка мне, Джин, что он говорил. Иногда сладко изъяснялся, иногда сквернословил. Ты вызывал эту реакцию у него? В зависимости от ситуации. Правильно. Но по твоему желанию, да? Энергии мои действовали так. Хорошо. Какое настроение у него было, такая реакция шла. Угу. Хорошо, вытаскивайся. Хорошо. Так, значит, все вытащили. Я даю команду на рассинхронизацию Руфата. 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Ну, у него с джином из контракта. Конструкции из... Нет, подожди, с гуманоидом. Сильная синхронизация, информация идет вот со стороны джина, где идет рассинхронизация, что он уделял много внимания другим ценностям. Хорошо, Руфат. Душевному спокойствию он интересовался меньше, чем тем, как он выглядит зеркалом. Поэтому я удивлен, что еще демона здесь не хватает. Это их чистота. Они любят такое. Любование они это называют. Руфат, мне нечего сказать им. Понимаете? Но как раз демон в этом зеркале. У него там еще зеркало дома. И там, да, портал. Да, Вера? Да. Какая веселая квартира. Хорошо. И как с рассинхронизацией у нас? Это закончилось. Отлично. Включаю внутренний белый свет Руфату. И Руфат этим светом выдавливает из себя все негативные патогены, низкие вибрационные энергии. Все это выходит и формируется в шар. И остаточная энергия от интерферентов и их подключек. Все выходит, формируется в шар перед ним. Ну, у него плохо получается. Он больше ждет, что это кто-то сделает за него. Руфат. Здесь проблема действительно налицо сейчас. Если вы не в состоянии взять ответственность за свою жизнь в свои руки, если вы ожидаете чуда, то это неправильно. В состоянии, просто он не знает, как это делать, изнутри выдавливать. Угу, хорошо. Подхожу к Руфату и помогаю моей энергии выдавить ему все негативные и патогенные энергии, находящиеся в его биополе, в шар. 1, 2, 3. Пошел поток энергии. Энергии снизу поднимаются, выдавливают все это негативное, Руфат. Вы представляете, визуализируете, как это все выходит и формируется в шар. Вы должны это представить себе. И захотеть, в первую очередь. Это ключевое слово. Вышел в шар. Большой? Нет.
Открывая портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Он говорит, я уже чисто ее чувствую. Еще пока нет. Чисто. Чистота – это не только отсутствие интерферентов, а и гармония в биополях. Пока этого нет. Хорошо, подхожу. Вернее, давай попробуем, Руфат, отстегнуть сейчас каналы. Вы видите эти каналы, которые ведут к интерферентам и их подключкам? Видите их? Да. Сейчас я посчитаю до трех, и вы силой своего намерения можете в ладоши ударить. Значит, три. Сделайте импульс высоковибрационного шокового удара и сожгете эти каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Получилось у него? Ну, он по одному их. Хорошо. Отстегнул, да, получилось. Видите, Руфат, совсем не трудно. Хорошо. Каналы отлетели, открывая портал галактическое ядро 1, 2, 3. И эти каналы улетают на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, поехали дальше. Кто из вас присутствует еще в квартире, где живет Руфат? Чего молчите? Рахноид присутствует. Разбойники. Хорошо, Рахноид. У меня нет сегодня заказа на чистку этой квартиры и закрывание порталов, и сжигание сущности, которые там находятся. Но если такая команда придет или просьба, через 10 минут я буду в квартире. Вытащу всех и сброшу в галактическое ядро. Поэтому я тебе рекомендую. Уйдешь сейчас, я тебя отправлю на твою чистоту, придешь через портал, соберешь все, что ты там оставил, чтобы я тебя не притянул. Тебе это понятно? Понятно. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Арахноид уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, синий дракон, ты тоже больше в это биополе не войдешь. Понятно тебе? Да. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Джин, я повторяться не буду. Если тебя второй раз встречу в этом биополе при проверке или при чистке квартиры или что угодно, не рассчитывай на милосердие. Я тебя накажу по полной программе. Как говорю, сожгу и челму, и кольца, и все остальное. Если я тебя еще раз увижу рядом с ним. Все тебе понятно? Да, ему понятно. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Стоп. Его ком остается диск здесь в комнате. Под диском, открывая портал в галактическое ядро, диск уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Хорошо. Суккуб, любитель книг философских. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо. Лия, прошу тебя выйти на связь. Приветствую вас. Приветствую тебя, Ли. Будь любезна, посмотри, пожалуйста, гуманоид Орион. 13 лет, конструкция стоит в клетке. Конструкцию почистили? Все забрали. Конструкцию уничтожить, его заберем. У него есть к другим людям подключки. Хорошо. Открывая под конструкцией портал в галактическое ядро, и конструкция уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово, забрали. Хорошо. Клетка пустая, посмотри, пожалуйста. Да. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Руфат должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Договора выходят, активно и подсвечиваются. У него есть контракт с Джином. С прошлого воплощения. Ах вот, ну, Джин, конечно, только об этом не расскажет. Хорошо, сейчас мы нашли этот контракт, Руфат.
вы готовы аннулировать этот контракт? Он хочет посмотреть его. Хорошо, пожалуйста, посмотрите. Пошла информация, что стоит в контракте, какие условия договора. Считай верой информацию, когда этот контракт был заключен. Пошла информация. Картинка идет. Это 1536 год. И мужчина, у него на голове такое что-то круглое, как шапка, такая халат длинный в пол. Очень красиво он одет. Все это золотом обшито. Азиатская страна? И он ходит по какому-то... Это Персия. Персия, понял. Да. Он ходит по такому небольшому помещению, типа магазина. Он торговец, он продает ковры, он продает посуду. Сосуды разные. Сосуды. Любимая вещь джиннов. И во сне, значит, он мечтает о больших деньгах. Угу. Чтобы у него все это раскупалось. И он тут... хочет большой дом. Как у падишаха. И чем это закончилось? Пришел джин и помог заключить контракт. Но это началось, на самом деле, тогда. Это началось, да. Но закончится это сейчас расторжением. Хорошо. Рафат это все понимает, вспоминает. Но он говорит очень интересно. Я хочу расторгнуть контракт с джином. Он мне не помогает в этой жизни. Может быть, в той. Я был богат, но сейчас. А мы сейчас мне узнаем. Не помогает жизнь. Хорошо, давай посмотрим, как закончилась эта история с этим джином в 1536 году, которая началась. Что он получил от джина? Был ли он счастлив после того, как он получил деньги? Он был богат, да, но он был беспокоен. Беспокоен. Все время страх потерять это все. Переживание, да, за свое богатство его лишило семьи и рассудка. Так что Руфат, он вам и в той жизни не помог. Вы сошли с ума. В 1536 году, это отрезок приблизительно, о котором сейчас идет речь, когда... В 1536 он заключил контракт. Заключил контракт, да. Поэтому, вот чтобы вы знали, в этой жизни он хочет то же самое с вами сделать, лишив рассудка. Вот ваш контракт. Он говорит, очень похоже на мое состояние, я хочу расторгнуть это. Хорошо. Можно быстрее. Повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Ты знаешь, ему идет, да, энергия, но она идет в виде каких-то знаний, понимания того, что он делает. У него вся энергия была сциклена только на заработать, считать. А теперь к нему как аналитическое мышление возвращается. Оно становится шире и больше, чем просто заработать и считать. Спокойствие возвращается, которое он потерял. Вот так его вот. Спокойствие было заключено в этот контракт. Готово. Отлично. Открываю воронку в галактическое ядро. И все аннулированные контракты уходят на переработку. Аннулированные. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Руфат, мы закончили вашу чистку. Аннулировали ваш контракт с демоном, с джином. И как вы себя чувствуете? Я пока привыкаю к новому состоянию. Что-то изменилось. Вибрации вокруг меня. Мысли новые. Отлично. Только не впадайте опять в это состояние, в котором вы были до этого. Выходите из этого круга. Вы поняли, к вам очень много интерферентов пришли из-за того, что вы не доделываете дела до конца. Ощущение перехода от мальчика к мужчине. Надеюсь, у вас все это пройдет гладко и все будет хорошо. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Руфата в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга.
проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он говорит, что, кажется, я начинаю понимать смысл манифеста. Вам что я беру ответственность на себя. Я ее и раньше брал, но только на словах. А сейчас до меня доходит глубина этих слов. Наш администратор Ольга перешлет вам после сеанса текст манифеста и остальные техники. У нас на канале есть обучающие видео. Чем больше вы будете инвестировать в свое развитие духовное, тем быстрее у вас все изменится в положительную сторону. Благодарю. Во благо. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.